Какой ты видишь женщину? Как внутренний мир женщины? Ну, вот, наверное, такой немножечко опьяненной радостью жизни, немного опьяненной любовью, счастливая от того, что она просто есть. Около нее есть люди, которые, допустим, да, вот ее любят. Она все это впитывает, и от этого просто становится роскошной. Красивой, свободной женщины, интересно внутри, организованной, что ли. Ну и, господи, просто, ну, это существо, которое, в принципе, просто красиво, органично, безмятежно. Это просто красота. И уметь эту красоту показывать, это так нужно, этому так хочется учить всех женщин. А женщина – это несколько другое создание, которое в этот мир пришла, чтобы мужчина просто смотрел и не отрывал глаз, что ли. Я так волновалась на Зайцеве, когда мы выставляли все свои коллекции. Мы выставляли 4 коллекции. Мы страшно волновались, что мы, в принципе, делали вообще не то, что все делают. Я здесь не как манекенщица, а как актриса. Сам по себе и прошел по подиуму неинтересно. Ну, вот этой же идеи, этой постановки нет. Ну, несколько скучно. Мы играем, мы актеры. Конечно, маленькие еще. Далеко не признанные, но скоро все будет. Было какое-то желание не только соединить сцену, но еще и актера с этой сценой. Все должно быть в гармонии, в чем-то таком вот едином целом. То есть это какое-то шоу. Сейчас мы добежали до второго приезда Вячеслава Зайцева. Достаточно хорошо отозвался о нашей работе. Он сказал, что хореография, что постановка, все то, что мы делаем, это на уровне, то есть на профессиональном высоком уровне. Хотя мы это все делаем интуитивно. Представьте себе такую ситуацию. Вот непредвиденные обстоятельства. Елена Козьмина уезжает из Комсомольска, и театр «Мод-Сальвадор» прекращает свою работу. Как-то ваша жизнь изменится после этого? Без Елены Юрьевны не будет «Сальвадора». Просто если придет новый человек, создаться новый театр, конечно, такой же он не будет, такой же интересный. А мы без «Сальвадора», так же, как и «Сальвадор», без нас не существуем. Такого никогда не будет, что Елена Юрьевна нас бросит. У нас очень дружный коллектив. Мы болеем душой за коллектив. Так же, как и, наверное, в любовь эту вкладывает нас наш руководитель и модельер. Мы все очень дружим, переживаем за друг друга. Мы сейчас выезжаем в Хабаровск. Потом в сентябре нас пригласили на «Кремлевские звезды» Ольга Никишичева в Москву. Если будут какие-то предложения, я всегда буду говорить, что я поеду с теми людьми, с которыми я уже чего-то достигла. Я очень намешанный человек. Ну, пессимистом я себя не назову, потому что сейчас у меня есть что-то такое, что, не знаю, я куда-то, мне нужно куда-то идти. Не останавливаясь, мне нужно куда-то идти.
Если вы решили, в каком лагере проведете летние каникулы, вам можно позавидовать, с одной стороны. А с другой, можно и посочувствовать, ведь это решение приняли за вас в школе, в отделе по делам молодежи и не без участия родителей. Тогда ситуация меняется. Глядя на этих ребят, вы имеете полное право на белую зависть, потому что они сами борются за путевки в Вечный город, так называется лагерь под Хабаровском. Эту возможность им предоставила школа менеджеров, о которой вы наверняка ничего не знаете. Если так, тогда немедленно наведите фокус на экран и настройте уши на чистый слух. Возможно, эта информация вам пригодится. Ну, это отбор лучших управленцев, так сказать, среди молодежи. Суть – это двухдневный отбор, в котором проводится серия конкурсов. То есть вчера у нас было 7 конкурсов, сегодня одна большая деловая игра, которая имитирует как бы реальное производство. Да? Если у нас, допустим, завод Гагарина производит самолеты, то мы сегодня производим журавлей. А лето – это как самое эффективное время, когда можно отвлечься от школы, от школьной жизни, заняться чем-то новым. Здесь совершенно другая жизнь, даже вот другие деньги, другое государство, другие условия. Ну, это Тарасовская система. Мы ездили в Вечный город, лагерь. Там занимались по этой системе. У них есть школа менеджеров Personal System. Единственная в Хабаровском крае по этой системе занимается. И мы решили после отбора очередного, который они проводили в городе 1-2 марта, вот, решили организовать школу такую. Интересная система позволяет отбирать управленцев будущих, лидеров. И очень многие, кто здесь находится, это просто чьи-то друзья. Я, в принципе, меня привели сюда друзья, и мне это понравилось. Я еще не была ни разу в Вечном городе, и вряд ли я поеду в этом году, возможно, в будущем. Но мне просто здесь понравилось, и, возможно, кто-то еще, если сюда придет, тоже найдет в себе что-то интересное, что-то познавательное. Я знаю, что вы являетесь как бы преподавателями, а почему взяли на себя такую миссию? Вы же вроде как сверстники. Да, казалось бы, сверстники, но мы были в Вечном городе немало. Я, например, был премьер-министром, а Константин был самым богатым человеком в последнем поколении, когда мы ездили. То есть мы прошли эту школу достаточно хорошо. Школа менеджеров – это по-другому школа общения. Общаться на деловом уровне – это всегда полезно. Кто хочет сильно поехать в Вечный город, тот поедет. Кто захочет стать мэром города, тот им станет. А в нашу школу для того, чтобы попасть, для этого много не надо. Мы берем всех к себе, а остаются те, кто хочет. Вот у нас, например, не остаются ребята, которым ничего не надо, кроме того, чтобы там посидеть на лавочке, пощелкать семечки. Остаются те, кому интересно, кто думает о завтрашнем дне, кто хочет чего-то добиться. Ну что, вы уже возомнили себя самостоятельными людьми? Вам также не терпится побывать в Вечном городе? Вам наскучило бессмысленно проводить лето? Тогда школу менеджеров придумали и для вас тоже. Между прочим, находится она в здании филиала Краевого молодежного социального медико-педагогического центра. Это на Комсомольской 34Б. Вливайтесь.